В 17-м лицее дали старт конкурсу, который обещает стать традиционным. Учащиеся рассказывают о своей семье, работниках Севмаш-предприятия. Накануне состоялась первая защита творческих работ. Выяснилось, у лицеистов на заводе работают не только мамы или папы, но даже домашние питомцы, неразрывно связаны с градообразующим предприятием. У Виталины Перовой, ученицы 17-го лицея, с Севмашем неразрывно связаны не только родители, но и кот. Мама девочки работает машинистом крана во втором цехе. Год назад в стенах предприятия она увидела котенка. С тех пор он полноправный член семьи. Многие котята выжили в этих условиях Севмаша. И один самый смелый котенок подбежал к моей маме. И мама забрала его домой. Сейчас он веселится, радуется жизни, бегает. На конкурсе «Моя семья в истории Севмаша» 13 учащихся лицея защитили свои творческие работы. В течение 2 месяцев они поднимали историю своей семьи и теперь рассказывают судьям о целых династиях работников Севмаш-предприятия. Федор Иващенко свой реферат посвятил бабушке, ведь в ее деятельности немало интересных случаев. Работав в охране Севмаш-предприятия, остановила директора Егорова Евгения Павловича. Это произошло, конечно, абсолютно случайно, но... Предъявив пропуск, директор все-таки прошел дальше и похвалив за добросовестное выполнение своих обязанностей. Защиту творческих работ проводили по главам, как в книге. Ведь в будущем работу учащихся соберут в отдельное издание. Лицеисты выступали каждый в своей главе, всего 4. Краткий экскурс в историю Севмаша, семейная династия, незаменимый ежедневный труд и все нравственное воспитание сводится к доброму примеру. Очень понравилось, получил массу удовольствия. И считаю, что такие вещи, особенно в 17-й школе, которая, ну что говорить, у нас направлена, будем говорить, на производство талантов вне, да, ну вот, и когда в конце пишут, что я, наверное, продлю династию своих родителей, да, то приятно. Конкурс проводился в рамках сотрудничества с молодыми специалистами ПКБ «Севмаш». Все ребята получили призы. Абсолютным победителем стал Федор Иващенко. На втором месте Елизавета Дровнина, Алена Лемуткина, Александра Пескишева. Третье место занял Вадим Горев. Судьи не остались равнодушны к истории Виталины Перовой и ее кота, уроженца «Севмаш-предприятия». Марина Хохлова, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.